Привет, друзья! Меня зовут Орех, и вы снова смотрите видео-подкаст на просторах GameLand.ru. Напоминаю, спонсор нашего выпуска – выставка компьютерных и видеоигр GameX, которая пройдет в Москве с 14 по 16 сентября. Подробности можно прочесть на сайте выставки, кликнув на баннер. На этой неделе в нашей программе. Vampire World – загробная RPG. Gran Turismo 5 – триумфальное возвращение. Тетрис, не повторяйте это дома. Дюк Нюкем, живее всех живых. Stuntman Ignition когда-нибудь выйдет? GTA 4, теория заговора. И подробно о Midway Summit Moscow. Все это вы сможете увидеть после рекламы. Обещаю, она будет недолгой. Я хочу представить вам лучшую в мире интерактивную игру «Banzai Racing». Возьмите в руки пульт, нажмите эту кнопку, и машина поедет. Готовы? Поехали. Никаких игрушек. Только игры. Ну а теперь к обещанным новостям. Словацкая студия Mayhem Studios представила свой новый приключенческий проект с элементами RPG «Vampire World». История игры начинается сразу после того, как Ивана, одного из самых крутых охотников на вампиров, мерзко забивают ногами в порту. Кланы Носферату отказываются взять ответственность на себя, и тогда в игру вступает следователь по загробным делам. Боевая система довольно интересна и включает в себя специальные комбо, набор уникального оружия и руническую систему, которая позволяет создавать различные заклинания. К успехам создателей можно отнести собственный трехмерный движок, который помог весьма натурально реализовать атмосферу темного мира с заброшенными складами, пустынными торговыми рядами и мрачными улицами безымянного города. Изданием игры в России занимается компания GFI. Долгожданная многими Gran Turismo 5 получила свою официальную дату выхода на территории Японии. Секретное оружие PlayStation 3 обещает появиться в июле 2008 года. Ну а пока мы ждем 26 октября этого года, когда в сети должна появиться Gran Turismo 5 Prologue, приквел к пятой части. Кстати, неутомимый Казунори Ямаучи уже планирует продолжение игры Formula One Championship Edition. Как развлечься бедному студенту в России? Конечно, устроить игру в Тетрис в полупустом здании. Пэкман на улицах Нью-Йорка был круче, но это тоже неплохо. Ловите кубик! Иногда даже суровые блондины с пушками, давно отправившиеся на заслуженный отдых, возвращаются. В интервью Shack News глава компании 3D Realms Джордж Брусерт заявил о том, что хотел бы перенести Duke Nukem 3D на Xbox 360 и ее сетевой сервис Xbox Live Arcade, если Microsoft, конечно, проявит соответствующий интерес. 5 мешков с деньгами уже отправились в Техас. Последние сообщения из компании THQ вряд ли обрадуют обладателей PlayStation 3 и PSP. Мало того, что выход Juice 2 Hot Import Nights отправился на конец октября этого года, так еще не менее долгожданный Stuntman Ignition просто пропал из релиз-листов для PlayStation 3. Вчера был, сегодня нет, завтра будет отменен для данной платформы. Перенос GTA 4 стал настоящим шоком для многомиллионной армии поклонников серии.
Такая близкая осень с манящей желтой листвой и проливными дождями сменилась на весеннее марево следующего года. Я бы хотел обратиться к западной прессе и представить 5 самых популярных теорий заговора от наших заморских коллег. На 5-м месте история о том, что Rockstar не хотела прямой схватки с Halo 3, которая выходит 23 сентября, и, соответственно, слишком больших затрат на раскрутку проекта. Microsoft тоже не хотела прямой конкуренции, и две компании решили по-мирному разойтись во времени. На 4-й позиции теория от ненавистников Sony, которые утверждают, что Rockstar не справилась с архитектурой процессора Cell и, получив некую сумму от японцев, решила отложить и Xbox 360 версию проекта. Возможно, этот вариант недалек от правды, ведь GTA 4 всегда показывали только на Xbox 360. Звание третьего заслуживает слух из стана поклонников Nintendo. Любители Марио уверены, что GTA 4 выйдет на Wii, и поэтому Rockstar просто решила придержать две другие версии ради глобального старта. Известно, что Sony заключила соглашение с Rockstar на серию эксклюзивных проектов, так что ей мешало заплатить лишних денег, чтобы подпортить рождественские продажи Xbox 360? А Take-Two получила возможность отлично начать новый финансовый год со старта долгожданного проекта. Ну и первое место по праву принадлежит истории о том, что игра просто не влезла на DVD. На Blu-ray помещается, а на DVD нет. Так что компания Microsoft попросила Rockstar сделать все возможное, подарив игре еще полгода на доработку. Ну и специальная версия от нас. Игра, как и в случае с Half-Life 2, просто не была готова в срок. А тут для отмазки уже подойдут любые другие причины. Компания Midway при участии своих партнеров из компаний Новый Диск и Velot с блеском провела свою первую в России конференцию Midway Summit Moscow. Делюсь с вами своими впечатлениями. Грандиозное шоу и последовавшая презентация подарила возможность насладиться играбельными версиями главных проектов компании 2007 года Unreal Tournament 3, Stranglehold, Blacksight и Hour of Victory. Новинки лично представил директор по маркетингу европейского офиса компании Midway Мартин Шпис. Впрочем, не обошлось и без сюрпризов. Мартин поделился своими сокровенными желаниями продолжать работу над играми для Wii и даже похвастался собственными достижениями в новой версии файтинг-легенды Mortal Kombat Armageddon. Но вернемся к нашей четверке. Hour of Victory, которая является очередным боевиком о Второй мировой, явно не дотягивает до ближайших конкурентов, буксуя в штампах и графических недочетах. Игра Blacksight, о которой мы рассказывали в одном из прошлых подкастов, заметно похорошела и завоевала кусочек любви в моем сердце. Stranglehold буквально валила с ног своей невероятной динамикой, добивая красивейшей детализированной картинкой, нашпигованной спецэффектами. Джон Ву не зря обещал, что Stranglehold довершит то, что не смог закончить фильм «Круто сваренные» — прижать к экрану в легком ступоре и окончательно размазать в адском экстазе. Ну а Unreal Tournament 3 уже стал классикой еще до своего выхода, вызвав горячие обсуждения в киберспортивном комьюнити. Именно об этой игре, планах на будущее и возвращении оригинального Unreal мы поговорили с президентом Epic Games Майклом Капсом, задав самые важные вопросы, которые, между прочим, прислали вы, дорогие зрители. Конечно, мы хотели выглядеть умными в глазах заморского гостя и напрямую спросили о давнем противостоянии ID и Epic. Джон Кармак — гений, не иначе. Он проводит все свое время, создавая новые игры и игровые движки. Это хорошо для нашей индустрии, хотя мне и не очень нравятся его последние работы. А еще я в восторге от Crysis. Но мы не боимся конкуренции, наоборот, мы рады, что есть люди, которые толкают нас вперед. Кто же, по вашему мнению, выиграет гонку новых технологий? Мы, конечно. Мы уже выиграли, тут без вопросов. И хотя по признанию Капса, дома и в дороге он играет только на Nintendo DS, адаптировать новые технологии под системы Nintendo он не собирается. В Red Steel использовался Unreal Engine 2, и это все, на что способна Wii. Я с удовольствием играю на этой приставке с родителями, которые до этого не разделяли моих увлечений видеоиграми, но ее хватило ровно на месяц. Сейчас она лежит на полке и ждет чего-то интересного, ну или свежих гостей. Хотя, быть может, папа с мамой тайком ее включают и рубятся во что-нибудь. Не удержались мы и от вопроса про четвертую версию Unreal Engine, и Капс вышел из трудного положения с юмором.
О боже мой, что за вопрос? Думаю, что новый движок появится только когда Microsoft выпустит третью Xbox, а Sony четвертую PlayStation. Не иначе. Тема кросс-мультиплеера в Unreal Tournament 3 для PlayStation 3 и PC волновала множество наших зрителей, и мы спросили об этом Майка. Карты на PC и PlayStation 3 версиях будут одними и теми же, так что геймеры смогут сыграть на полюбившейся карте как на консоли, так и на компьютере. Мы не знаем, надо ли вообще делать кросс-мультиплеер. Наверное, нет, потому что, думаю, геймеры не очень оценят это, а работы это требует очень много, да и денег немало. Что касается Gears of War, то кросса между Xbox 360 и PC точно не будет. Разница в технологии между PC и Xbox 360 почти год, так что без шансов. Тема, кому все-таки принадлежит права на Gears of War, волновала многих, и здесь мистер Капс не удержался от легкого пафоса. Конечно, мне, то есть нам, но мы не против того, что Microsoft относится к ней так бережно и усердно. Послушайте, у нас была презентация игры в Голливуде, и на тусовке была Линдси Лохан. Ну и я подошел к ней и говорю: «Линдси, это я владею правами на игру, не верь остальным, только я». А вообще, Линдси была на нашей тусовке, это же охренительно. Ну и, конечно, тема Unreal 3 просто обязана была восстать из песка времени. Мы бы хотели выпустить новый Unreal, но у нас недостаточно людей, чтобы выпускать несколько игр сразу. Может, после Tournament мы сделаем третий Unreal или новый Championship. Скоро игре 10 лет, и это заставляет задуматься. Вторая часть Gears of War также не была обделена вниманием. Скоро, обещаю. Первая часть наконец-то выходит на PC, у нас полно дел. Сейчас еще совместно с New Line Cinema готовится фильм по Gears of War, который должен получиться очень клевым. А когда выйдет сиквел игры, я сам пока не знаю. Это наша самая успешная игра. Нам надо будет хорошенько подумать над второй частью. Сейчас половина Epic работает над Unreal Tournament, другая делает Gears of War на PC, так что мы очень сильно заняты. Ну и конечно, мы не могли не задать вопрос про главную звезду Epic Games Клиффа Близински, также известного как Клиффи Би. Но не успели мы назвать имя известного дизайнера, как Майк оживился и произнес: «Все, что вы слышали о нем, это правда. По-любому, да-да, у него действительно огромный член». Мы не остались в накладе и быстро ответили: «А зачем он так часто красит волосы? Он что, педик?» «Да нет, он уже несколько лет этого не делает. Клифф повзрослел и выглядит как настоящий мужчина, только иногда создавая ежик на голове. Все-таки он креативный парень». Мы еще долго общались с Майком о русской водке, прогулках по Москве, долгих перелетах и любимых играх. Но об этом вы узнаете из полной версии интервью, которая выйдет в эфире на канале GameLand TV к концу этого года. Благодарю вас за внимание. До встречи в следующем выпуске подкаста ровно через неделю. Стоп! Забыл сказать, что спонсор выпуска – выставка компьютерных и видеоигр GameX, которая пройдет с 14 по 16 сентября. Не пропустите! Приходите! Трактор едет, трактор катается.